месяца выходили здесь, в Харькове, на Майдан. По 200, по 100 человек, по 2000 там, в редких случаях. Вот дождались. Наконец-то дождались, вышел в Харьков. Наше дело того стоило. Все эти стычки с тетушками. февраля 2014 года, Харьков. Сегодня Бобкин Кернес проводили съезд по вопросу то ли федерализации, то ли самостийности, независимости от чего-то там. Думаю, это шествие вполне определило, чем эта идея закончилась. Все, всем благ.